Оба. Привет, с вами доктор Влад. Ну вот я прошлое Рождество снимал вечером. Интересно было, лампочки горели. А сегодня я решил снять днем. Вот сегодня 25 число 2016 года, декабря. Ну и что? Солнышко. На улице плюс 8. Мы вышли сейчас вот с собакой погулять. И я просто камеру с собой захватил. Ну, конечно, у всех гости. Видите, машин сколько. Везде и повсюду. Собакин, не стой. Ну, а погода. Ну, вот видите, что. Солнышко. Солнышко. Снегом и не пахнет даже. Никакого снега нет, в общем-то. Ну, люди, конечно, все украсили. Я тоже тут, у меня лампочки висят, но их сейчас особо незаметно. Елка украшена. А травка зеленая. Ну так не часто бывает. Ну хотя, не знаю. Пополам, наверное, в последнее время. Бывает снег. Я вот сейчас, перед тем, как выйти на улицу, посмотрел погоду. Ну что, где-то 30-го что ли будет в минус. И то так маленький минус. Минус 2, минус 3. Ну, в общем, вот. Такие дела. Вот солнышко там. Видите, машин сколько. Все дома, все празднуют. Я ничего не вижу в свою камеру до такой степени. Ну, что ты встал? Собакин встал что-то. Пошли. Что-то размышляет. Ну, вот озеро, естественно. Нет там никакого льда по такой погоде. Не знаю, дойдем до озера, не знаю, нет. Ну, в общем, ясно. Дело ясное, что дело темное. Да, вот там только это украшение. Ну, по-моему, уже снимал как-то раз это. Собакин, ты что траву жуешь? Нечего, пошли. Что-то там, а, сосед что-то делает. А у него там такая вон фиговина здоровая. Как только ветром не снесло. Собакин, что встал? Встал, стоит, нюхает, что-то жует. Ну, в общем, вот такие дела. Что снимать? Снимать нечего. Нашу деревню вы видели уже 100 раз. Белки вон прыгают вовсю. Не голодным сейчас, тепло. Можно еще кое-что с деревьев пожевать, если что-то осталось. Не знаю, есть ли смысл вечером снимать. Ну, конечно, у нас тут лампочки горят, но лампочки вы и так уже видели. Ну, в общем, вот так вот. Летнее солнечное Рождество. Солнышко играет на Пасху обычно. Вот такие дела. Ладно. Мэри Крисмас, как говорится. Веселого Рождества. Пока.